Ну, я считаю, счет закономерен. К сожалению, нам сегодня не удалось наладить конструктивную игру, особенно в первом тайме. Но мы пытались. Но после счета 2-0, скажем так, соперник более раскрепощенно стал играть. Но, тем не менее, нужно расстраивать то, что мы не можем забить, хотя подходы есть. Наверное, в прошлой игре все выплеснули все эмоции, к сожалению. Но надо признать, что мастерство соперника гораздо выше нашего. Были ли какие-то заготовки под конкретного соперника? Да, конечно, мы под Грибанова знаем, что обладает хорошей скоростью. Были специальные задания, данные защитникам. Ну, в общем-то, сказать, что с игры ему не удалось забить, значит, они, в общем-то, прошли 2 11-метровых, скажем так, повлияли тоже на результат. И, естественно, у нас были тактические задумки, мы смотрели. Вот, я считаю, что они в некотором роде прошли.